Здравствуйте, дорогие друзья! Я Ибрагимова Дильфуза Абдувалиевна. Работаю в ТО-сервисе, в столовой головного офиса. И хочу сегодня предложить вам одно из вкуснейших блюд уйгурской кухни – лагман. Лагман состоит из двух ингредиентов основных. Это тесто и подлив-поджарка. Начнем с теста. Для того, чтобы заместить тесто, мы берем 0,5 кг муки, одно яйцо. Для эластичности добавляем 20-30 грамм растительного масла. И начинаем замешивать тесто с соленой водой. Воду желательно взять холодную, для того, чтобы тесто было упругое. Полученное тесто должно немного отстояться. Для эластичности смазываем его маслом. И разрезаем на такие небольшие брусочки. Затем берем каждый брусок и раскатываем из него формочки. Далее из этих брусочков раскатанного теста мы раскатываем его теперь уже побольше. Мы приготовим продукты, которые необходимы для подлива лагманного. Для этого мы берем говядину, желательно нежирную. Разрезаем на плоские дольки. Затем берем репчатый лук. В лагман добавляем пекинскую капусту. Также нарезаем ее крупными ломтиками. Берем чесночок, болгарский перец. Перец желательно брать 3 цветов. Также в любой лагман добавляем сельдерей. Тесто отлежалось, и теперь оно свободно начинает тянуться. И закидывается в кипяченую воду. Затем готовое тесто выкладывается, а затем смазывается растительным маслом. Теперь мы начинаем поочередно обжаривать каждый ингредиент. Начинаем с мяса. Мясо хорошенько обжариваем до золотистой корочки. Затем добавляем лук. Добавляем специальные приправы для лагманов, восточные травы. И тщательно это все обжариваем. Пекинской капусты. Добавляем сельдерей. Минут 5-10 даем потомиться. Мы закидываем подлив. И размешиваем полностью с нашей поджаркой. В итоге, друзья мои, получился у нас вот такой красивый, необыкновенный жареный лагман по-уйгурски. Я приглашаю вас всех к нам в столовую и предлагаю его попробовать.